Амир Хамза Оло Габдул Газиз – поэт, педагог, отличник народного просвещения, участник Великой Отечественной войны. Родился 1 января 1913 году в ауле Батпакара Каратургайской волости Тургайского уезда, ныне Амангельдинского района. Учился грамоте у своего отца Молды Амир Хамзы. С 1921 по 1928 годы учился в Каратургайской волостной школе. С 1928 по 1930 годы работал учителем в этой школе. С 1930 по 1934 годы учился в Костанайском педагогическом техникуме. Продолжил трудовую деятельность в 1934 году в школе Сауатсыздыкты жою по ликвидации неграмотности. Габдул Газиз Амир Хамза Олы был талантливым поэтом. Стихи начал писать с 15 лет. Основные темы стихов – о родной земле, любовь к родине. В своих произведениях прославлял дружбу народов, человеческие качества, подвиги народных героев. В 1942 году отправился на фронт, победу встретил в Берлине. За подвиги в Великой Отечественной войне награжден орденами и медалями.